Мощные снегопады и ледяные дожди обрушились на север Германии. Скорость ветра достигает 80 км в час. Закрыты многие автотрассы. Минувшей ночью на дорогах произошло более 220 аварий. При этом серьезно пострадали 28 человек. Власти призывают граждан без необходимости не выходить из дома и тем более не садиться за руль. В Мюнстере из-за огромного количества снега полностью остановлен общественный транспорт. Не могут проехать даже машины спасательных служб. Термин «катастрофа» вполне уместен. Ситуация на дорогах хуже, чем я когда-либо видел. Под снежными наносами голый лед. Мы даже не представляем, с чего начать и чем это все закончится. Машины встают на уклонах, на парковках, посреди перекрестков и не могут дальше двигаться, даже с зимней резиной. Во власти стихии оказались и соседние Нидерланды. Железнодорожное сообщение с Германией полностью прервано. Страну завалило снегом настолько, что правительство отменило еженедельную встречу на тему коронавируса и вместо этого обсуждает экстренные меры по поддержанию транспортного сообщения. На маленьких улицах вообще кошмар. Там не посыпают и не расчищают, и там невозможно даже выехать с парковки. Под колесами образуются канавки, и рулить можно, а ехать нет. Во Франции на этом фоне не прекращаются наводнения, охватившие несколько регионов по всей стране. В Париже набережные Сены затоплены уже пятый день. На юго-западе из берегов вышли Гароны и Шаранта. При этом вода не прекращает прибывать. По словам метеорологов, паводок пойдет на спад только в середине недели.